Hello, my dear and very respectful friends. My name is Konstantin Trofimenko, and I am an expert in the service of Russian government in the field of urban transportation. All large Russian cities are members of the state program of renovation of urban transport. And here in this field, we have a lot of successful and interesting cases, but one of the most bright and beautiful it is the case of Moscow City. Let's see what we have done here. В 2010 году в результате бесконтрольной автомобилизации Москва оказалась на пороге транспортного коллапса. Правительство Москвы собрало и проанализировало огромный массив данных, что позволило разработать комплексную стратегию развития транспортной системы до 2020 года. Главными приоритетами стратегии стали скорость, удобство и доступность общественного транспорта. Понимая, что транспортные артерии столицы не могут принять растущее количество автомобилей, мы пересмотрели парадигму развития в пользу пешеходов и общественного транспорта. Мы создаем достойную альтернативу личному автотранспорту, предоставляя единую транспортную услугу с удобными пассажирскими сервисами. Масштабные изменения коснулись всех элементов транспортной системы. Обновлен подвижной состав наземного пассажирского транспорта, а его парк стал самым молодым в Европе. Создана удобная инновационная пассажирская инфраструктура. Выделенные приоритетные полосы для автобусов и такси позволили увеличить провозную способность магистрали. По результатам анализа Big Data была сформирована новая маршрутная сеть наземного транспорта с учетом потребностей миллионов жителей города. Московский метрополитен растет и развивается беспрецедентными темпами. Вводятся в эксплуатацию новые линии и станции, обновляется подвижной состав, внедряются пассажирские сервисы. Запуск Московского центрального кольца стал одним из крупнейших в Европе проектов в сфере городского транспорта, реализованным в кратчайшие сроки. Большое внимание уделяется припаркованным в центре города автомобилям. Ранее стихийно припаркованные автомобили занимали полосы движения, парализуя движение личного и общественного транспорта, автомобилей экстренных служб. На основе анализа транспортного спроса и с учетом ограниченной пропускной способности было поэтапно внедрено единое парковочное пространство с самой современной в мире поминутной системой оплаты и администрирования. Городские улицы оснащены устройствами интеллектуальной транспортной системы, что позволяет анализировать ситуацию на дорогах в реальном времени и управлять ею. Комплексный подход к организации дорожного движения позволил сделать перемещение по улицам города более быстрым и безопасным. Москва перестала быть городом с самыми загруженными дорогами в мире всего за 5 лет и встала в один ряд с крупнейшими мировыми столицами по уровню развития транспортной системы. Инновационные решения и стратегический подход позволили правительству Москвы избежать транспортного коллапса и задать вектор устойчивого развития. Но мы не останавливаемся на достигнутом, ежедневно создавая удобный и доступный московский транспорт. That is impressive, isn't it? But that is only the first steps on our way, and the next steps will be the future of urban transport, which is great just now. Now, there is about 5 teams in Moscow who are making their own driverless car. Now, they are testing on the Moscow streets, and also the Moscow government wants to make a pilot zone for testing of driverless technologies on the streets and highways. The new technologies help us to save people from the consequence
of the COVID-19. So the driverless cars and driverless vehicles now working in the hospitals in Moscow and help medics do their work safely. The intelligent transport system. Moscow government have invested in intelligent transport system for several last years, and now hundreds of smart cameras, smart traffic lights, and smart indicators are organized and optimized the traffic on the streets to make movement on the Moscow roads faster and safer. All information about all parameters of traffic and road accidents are united in situation center of Moscow government. The Moscow government's transportation institute, Mostrans project, are transferring all these technologies to other large Russian cities, and these technologies and using of these technologies will integrate Russian transportation system to the world transport system in the future. The Russian government will also develop the project of Trans-Eurasian digital logistic corridors, which will look like an endless movement of freight, vehicles and goods from the Eastern Asia to the Western Europe without any borders. We will be very glad to share our best practice to develop all road transportation system in the future. My dear friends, let me invite you to the pavilion of Russian Federation and hope to see you there.